Президент США Дональд Трамп, затеявший торговую войну с Евросоюзом и рядом других стран, похоже, намерен идти до конца. Хозяин Белого дома заявил, что его не пугает противоречие с союзниками. Аргумент такой: когда импорт превосходит экспорт почти на 800 миллиардов долларов в год, проиграть торговую войну просто нельзя. ЕС, впрочем, не намерен мириться с американскими пошлинами на сталь и алюминий. Так вице-канцлер Австрии заявил, что Евросоюзу пришло время переосмыслить отношения с Россией и в качестве адекватной реакции на действия США восстановить сотрудничество с Москвой. Желательно, чтобы ЕС переосмыслил свою позицию, ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике. Я всегда предостерегал от того, чтобы подталкивать Россию в сторону Китая. Сейчас самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией.